Доброе утро. Мы едем на соревнования на финал чемпионата России по автозвуку. Небольшой компанией. Антоха, Зураб и Дима. И у нас сейчас на трассе произошел случай. Мимо проезжающий газель обронила небольшой листик сэндвича и ведро с шпаклевой. До машины это не долетело, буквально, ну, сантиметров 20. Мы его догоним, думаешь, Зураб? Догоним, поехали. Я думаю, можно пошуметь еще раз похлопать. Вот, уже более-менее оживился. Расходимся, расступаемся, друзья. Серебряным призером становится Щепакин Дмитрий. Дима, поднимайся. И чемпионом России становится Смирнов Михаил. Жалко, жалко. Так, Миша. Добрый день, дорогие друзья. Едем домой. Погода хорошая, настроение у нас хорошее. Спереди у нас едет Антон Мундаков. Жарит на все деньги. Скажите пару слов, пожалуйста. Как настроение у вас? Настроение хорошее. Дорога хорошая, погода хорошая. Все прекрасно. Все замечательно. Подъезжаем к Казани. Где-то километров через 100 у нас должна быть на горизонте Казань. Вот. Глушитель на нашей машине чуть-чуть подсекает. Смотри, нейтралку включаю. Смотри, газую. Наши братцы вчера принесли нам
победу. Победа была заслуженная, ребята. Как вам организаторы? Ну, организаторов я знаю достаточно давно. Прекрасные, веселые ребята. Просто хорошие люди. Дмитрий, а расскажите, как участники вам? Участники собрались на финал, все самые сильные, самые отмороженные. Собрались одни профессионалы. Проехать нам пришлось около 850 километров до этого места. Финал чемпионата России проходил в городе Ижевск. Встречайте нас с кубком. С вами был... С кубком, а у нас еще пояс. Пояс, ёбаный. Нихуя себе, Вась. Вот она, рыба твоей мечты, Диман. Тяжелый вес. Сейчас, погоди. Вот она. За этот пояс была очень серьезная борьба. Было разорвано нескольких сабвуферов. Были десятки сжоготые усилители. Так что было все красиво, хорошо. Несправедливо. Несправедливо, да. Вот здесь вот около резинки должно выходить на 7-10 сантиметров глубже в салон. Поэтому, к счастью, нас переместили в тяжелый вес, где мы не упали духом. Да, мы... ну, было несправедливо, Дим, то, что у нас класс идет понижен, у нас... Высокий класс добавили, но мы не падали духом. При этом, мы не падали духом. При этом взяли второе место. Бились до последнего. Было 4 участника. Я считаю, это достойно. Согласен. Соперники были не слабые. Рвали все. Сжигали все.
наша ласточка нас не подвела. У нас и... оборудование железонадежное. Сделано все у нас надежно и прочно. Питание у нас хорошее. Просад был порядка до 11,9 вольт, когда во всю шишку валили. Было три замера по 30 секунд. Первый замер был на закрытых дверях, второй замер был на одной открытой двери. И третий замер был на двух открытых дверях. На одной открытый рез у нас был что-то 153,7, да, средний? 153,7? Нет. 153,7, да. На закрытых дверях был, по-моему, 153,1, а на открытых 146,7. Вот. Участвовали мы еще в классе IDBL на синусе. Рез показали 154,6. 154,7. Ошибаюсь. При этом ты забыл одеть наушники. Я зарубил то, что я сидел не в наушниках. Минус 4 балла. И хотел дисквалифицировать. Но наушники у нас всегда в машине. Они у нас для пассажиров, для слабохарактерных. И я их одел, да, и на втором замере показал результат 154,4. 154. Но соперники в нашем классе очень серьезные. И дотянуться до финалистов не получилось. По-моему, четвертое или пятое место у нас. Четвертое. Да? Четвертое, по-моему. Но тем не менее, результат у нас стабильный и достойный. Все было хорошо. Все было супер, все довольны. И мы чемпионами едем в родной город Арзамас. Встречайте нас, друзья. Везем вам кубок. Пояс чемпиона. Чемпиона, вице-чемпиона. Вице-чемпионов. Автостиль рулит. Видеорегистратор, да? Ты прайды засними. Прайды. Они родные. Дорогие друзья, хотите, я вам включу послушать? Сидели в нашей машине, некоторые не успели посидеть. Один паренек очень долго просился, но во время замеров я ему не давал слушать. Дело в том, что аккумуляторы очень сильно просаживаются во время замера, и не хотелось их просто так сажать. А бензин у нас получилось так, что был на нуле, до заправки не хотелось ехать. И по регламенту соревнования из площадки нельзя выезжать. Хотя заправка была практически напротив. Вот. И давай включим, что же такое автозвук, да? Какую песню? Какая она у нас? 32 Гц, по-моему. Седьмая. Sure how the flesh is.
guys and stack it. Just rise. Include here on my mind, Cuddy. And on the top of my thighs. Wrist in the pledge of destiny. My last leader, one love. And all the got the with my teeth, my tongue touch. Here and I'm getting footy. Blood and they drug all stuff. Здравствуйте, дорогие друзья, привет! Едем домой, почти к финишу подъезжаем. Вспоминаем наш город и слушаем музыку. Пару слов скажите. Ну что, дорога отличная. Погода разгулялась. У нас играет шикарная музыка. Самый лучший день заходил вчера. Ночью ехать лень, попробовал до утра. Но пришла пора, и собрался в клуб.